красота в Кисловодске. Так, друзья, всех приветствую. Давайте по-быстрому я вам покажу вот такой вот автодомик. Вот. Не, нормально. Вот такой автодом. Сейчас я его вам со стороны покажу. Просто пригласили люди для небольшой диагностики, короче, оборудования. Посмотреть, как все работает, как настроено. Покажу вам здесь панели разной мощности. Определим, какие они там, 24 вольта, либо 12 вольт напряжение холостого хода. И нужен ли там развязывающий диод для того, чтобы из одного поля не перетекало в другое. Ну и как раз я вам тут, ну если там надо будет диод ставить, я вам как раз покажу и расскажу, как этот диод вообще работает. И зачем он нужен, и в каких режимах он начинает работать. Да, вот так. Он выглядит вот так, друзья. Этот автодом. Кемпер. Давайте правильно его назовем. Это у нас кемпер. Вот такой. Не хочу просто, чтобы владелец попадал в кадр, поэтому отнеситесь с пониманием. Вот. В общем, сейчас мы посмотрим анализ всего оборудования и что здесь нужно будет сделать и нужно ли будет вообще что-то здесь переделывать. Вот такой здесь применяется аккумулятор на 100 ампер-часов. Так, дальше две панельки. Вот это соточка, вот это на 200-ку похоже. Соединены они, видите, параллельно. То есть плюс-минус. Вот. Так, итого мы берем 300 ватт в идеале. В 12-вольтовой системе это 30 ампер. Надо, конечно, помыть их тоже. Видите, он там идет загрязнение. Это приводит к выгоранию. Одна панель шла вместе с кемпером с завода. Видите, тут даже видно, что она приклеена вот на такие вот пластиковые уголочки и на герметик заводской. Это уже делали самостоятельно. Как сделано? Уголок приклеен на оконный, ну так называем, да, чем окна клеют в автомобилях герметик. И уже в этот уголок через клепочки закреплена панелька. Ну да, размером это 200-ка. Наверняка. Гирку я вам, друзья, сейчас не покажу. Может быть и 250-ка. Может быть и 250-ка. Ну и опять же, 250-ки уже шли с повышенным напряжением. Давайте сейчас я отключу, наверное, вот эту соточку. Посмотрим, сколько будет идти сначала. Как раз у нас освещение вот такое вот. Это позволит нам определить напряжение холостого хода именно с 200-ки внизу там. Если, конечно, у них разные напряжения, то да, вот надо диод поставить на слабую панель по напряжению. Так, давайте посмотрим напряжение сначала большой. Напряжение холостого хода вот сюда. Так, смотрите, 27 вольт. Сейчас подключаем соточку. А эту 200-ку, ну, судя по напряжению, что 27. Друзья, это уже высоковольтная панелька, потому что обычно 18-20 вольт у тех, которые заточены под... Эй, вернись. Которые заточены под 24-вольтовую систему. Так, нет, получилось. Все, вниз давайте. Вторая попытка. Да, 20, друзья. То есть одна у нас. Вот эта 250-ка, она рассчитана на 24-вольтовую систему работы. Вот. А это у нас соточка на 12-вольтовую систему. То есть наверняка здесь 18-21 напряжение холостого рабочего. А здесь, ну, ближе к 32, по-моему, должен быть рабочий. Могу ошибаться, но явно это напряжение выше, чем у этой. Соответственно, берем и на ту панель, у которой слабже напряжение, ставим диод, чтобы от большего не текло к меньшему. Вот, а сразу текло туда вниз. Вот так вот. Не знаю, возможно, панель эта вообще не откроется, но ставим диод. Именно ну, на закате, да, когда явная такая разбежка. Но это неправильно, друзья, это неправильно. Лучше уж тогда положили бы одну. Но опять тут кровля, смотрите как. Видите, много места. Ну вот, вот сюда до антенны можно было бы разместить 450-ку и через МППТ-шку хорошо подсоединить все. Сейчас рабочая, обращаю ваше внимание, видите, ток идет. То есть контроллер нагрузил панели и рабочее напряжение до 17 вольт спустил. То есть это
равное сейчас напряжение идет с одной панели и с другой панели. Вот, то есть перетока как такового здесь не должно быть в момент работы. Просто если мы выключаем автомат, и здесь уже ничего не идет, то вот там как раз таки и начинает более панель мощная и по напряжению выше, как лампочку греть ту панель, которая поменьше по напряжению, да? Вот, то есть 200-ка или 250-ка греет сотку. Вот, но как только мы включаем, смотрите, я сейчас вам покажу. Давайте, 27, видите, вольт с панели идет. И медленно, но верно снижается до 16, до 15 вольт, до 17. Вот, в 2,2 ампера идет в аккумулятор. То есть, чтобы вы понимали, не так страшно в процессе работы отсутствие диода, как вот именно, когда не нагружены эти две панели. А сейчас у них равное напряжение, причем у обоих ниже, ну, давайте так скажем, в диапазоне рабочего напряжения каждой из этих панелей. Вот. И одна другую явно греть там физически, ну, ей очень сложно, потому что вся энергия идет сюда. Просто одна панель дает чуть-чуть больше тока, чем другая. Я, увидите, сейчас вставлю фотографию. То есть 260 ватт максимум он. Это 20-ка, 20-амперная. Он может пропустить в сторону аккумулятора. Значит, здесь мы договорились с владельцем, что поставим нормальный здесь провод. Не вот этот тоненький, который применяется из системы непосредственно, а прокинем отдельный в сторону аккумулятора, либо через плавку вставочку. Вот такую даже автомобильную, да, для экономии. Либо, может быть, вот это заменим и поставим здесь двойной плюс-минус именно по постоянке. Извините, я вам не показал. Здесь стоит для переменки от солнечных панелей. Ну, так как напряжение низкое, такие автоматы можно применять в низковольтовых напряжениях даже для постоянного тока. И также еще УЗИП. Так как человек часто ездит в горы, вот, друзья, в автодомах тоже ставят УЗИПы и также делают заземление, потому что очень часто объекты в горах именно выгорают контроллеры из-за молний. В горах очень часто там можно попасть, так скажем, в разряды, вот, и поэтому здесь также надо будет установить УЗИП и его заземлить. Человек будет колышек просто забивать на стоянках в горах, и это обезопасит именно от выгорания контроллера в момент грозы. Так, в итоге модернизация будет, сместим сюда немного контроллер, здесь сделаем нормальный щиточек, автомат по постоянке, по солнцу, по контроллеру и УЗИП заземляющим проводником. И нормальные провода. Сейчас я все отключил, аккумулятор человек снимет, пока на зиму будет убирать его. Но модернизацию вот эту всю я проведу. Какой я вывод могу сделать? Да, панели зачем-то поставили одну сотку, другую 200-ку или 250-ку с разными рабочими напряжениями и напряжениями холостого хода. Да, диод лучше туда поставить. Но опять же, даже в МППТ. Ну, видите как, давайте я вам так скажу, что в пасмурную погоду, да, напряжение с панели, которая 200-ваттная и высоковольтная, оно снижается, да, до напряжения панели, которая сотка, низковольтовая, давайте ее так назовем. А вот в солнечный хороший день, если еще панели будут помыты, то явно МППТ, короче, пытается задрать напряжение до высоковольтной панели, ну, явно выше, чем 25 вольт. А та сотка низковольтовая, ну, она только 20 может давать. И отсюда возможны вот эти перетоки. То есть более мощная и более высоковольтная панель, помимо отдачи энергии в контроллер, она еще часть энергии отдавала, короче, в это, на ту сотку. Выключить ее вообще может быть из системы сотку. И тогда эта 250-ка даже больше будет давать, чем работала в паре сотки. Возможно, этот эксперимент, ну, блин, если бы была возможность, я бы провел. Но уже вечер, хозяин торопился. Ну и опять же, без переборки полной. Ух, какой у меня флюс. Без полной переборки системы, да, ну, ее обвязки нормально автоматами. Ну, там заниматься этим пока не вижу смысла. Так что сейчас человек определится со временем. Сделаю переборку, и если это будет у нас в обед, ну, в дневное время, то попробуем еще эти тесты интересные провести с диодом, без диода. Но сейчас диод я поставил. Поставил на ту панель, которая может иметь, ну, меньшее напряжение. Вот так. Все, друзья, используйте альтернативу
там, где можно, нужно и выгодно делать, делайте это правильно. И если вы собираете автодома, ну, не собираете дома, автодома, а пытаетесь их электрифицировать еще от солнечных панелей, ну, надо это делать все-таки более продуманно и вот не использовать там шим-контроллеры при последовательных соединениях панели. Не нужно использовать разномощностные, с разным напряжением панели. Вот так. Можно, конечно, там соединить эти две панели последовательно, но у 50-ки рабочий ток, ну, в лучшем случае 5 ампер. Вот, соответственно, 200-ку, у которой, ну, около 10, да, мы опустим по мощности, даже с учетом там чуть-чуть высокого напряжения, ну, тоже до 100 ватт. И 150 ватт будет получаться. Я думаю, не совсем хороший вариант. О, лавочка. Друзья, я, в общем, монтирую вам видео. Вы ставьте лайк. До новых встреч.